Концерт в подарок. 550 пригласительных билетов на выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Добрые молодцы» в Апатитах подарил своим ветеранам ко дню химика кировский филиал АО «Апатит». Для кировчан профсоюзная организация «ФосАгро Апатит» организовала 3 автобуса. На большой сцене городского дворца культуры в этот вечер звучали хиты советской и российской эстрады. Зал подхватывал каждую песню. Своими впечатлениями ветераны-производственники поделились с журналистами «Народного». В преддверии замечательного праздника Дня химика я хотел бы передать наилучшие пожелания от руководства предприятия, от председателя Мурманской областной думы Дубового Сергея Михайловича и от губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. Именно вы создали тот базис, ту основу, на которой сегодня строится и работает наш комбинат. Поэтому спасибо вам большое. На предприятии «Апатит» два ключевых праздника – День химика и День горняка. По давно сложившейся традиции первыми принимают поздравления ветераны производства. Как всегда, в подарок залог праздничного настроения – хорошая, добрая песня на все времена. Это безусловно и для ветеранов прийти, пообщаться, встретиться друг с другом, провести время. Ну и, конечно, посмотреть на тех исполнителей, которые были в их молодости, которые радовали их, ветеранов. Мы стараемся все время подыскать вот таких вот исполнителей, которые были звездами вот, в недалеком прошлом, чтобы ветераны вспомнили свою молодость. После каждой песни восторженные возгласы «Браво!». Ветераны аплодировали, не жалея ладоней, и вместе с музыкантами подхватывали знакомые каждому слова. Словно чужие стали друг другу, и между нами белая вьюга. Большое спасибо, что вот такие мероприятия нам устраивают. И все ветераны, и все знают, все друг друга видят, и всем приятно. И песни такие, и концерты, ну, в общем, прекрасно и хорошо. Очень понравилось, очень хорошо. Вообще впечатление замечательное. Отличное. Для таких ветеранов объединение «Апатит» — это очень здорово и замечательно. Огромное спасибо, кто это организовал. Очень понравилось, и увидели уже тех людей, которых давно не видели, и это очень здорово. И сейчас еще продолжится общение. Так что это хорошо придумано, и надо это продолжать действительно. После концерта еще один подарок – праздничное чаепитие. Где как не здесь радоваться встречам, общаться, вспомнить былое и передать напутствие молодежи предприятия. Я как только зашла, и сразу пошли. Здрасте, здрасте, привет, привет. Как поживаешь, как дела, как здоровье. Села вот на свой ряд. Впереди знакомые, сбоку знакомые, сзади знакомые. Столько впечатлений. Люди встречаются, вот, друг друга узнают, радуются и общаются. Сколько раз было, придешь на стадион, и в день химика идет дождь. Он идет ливнем. Вы закрывались, и чем только не закрывались, сидим друг к другу, прижмемся. Ну, так было здорово. Или молоды были, или что, но нам всем это очень-очень нравилось. С удовольствием ходили. И сейчас я желаю молодым тоже проявлять больше инициативы, больше интереса, ходить на все мероприятия. Очень большое спасибо, конечно, что нас не забывают. Славную историю «Апатита» создавали ветераны предприятия. Это они заложили надежную прочную основу, которая есть и всегда будет залогом успешного будущего.